Получилось у нас с остановкой. Мы уже внутри. Фонарь был с самого начала, здесь стоял, я его поставил. Все было, получилось. Не ту кнопку нажал, когда сюда залез. Ну, внутри здание караульной службы. Вот окно, мы здесь ходили с вами. И зашли в первое окно. Видимо, умывальник это был. Фонарь тягнул на всякий случай. Что у нас тут было? Здесь же будем выходить. Да, вот здесь входная дверь. Вот она. Обозначимся вот это. Там, где крыльцо слева, оттуда снаружи. Закрывашка, открывашка. Вот сколько мотыльков. Еще одна. Еще. Закрывашка, открывашка, шпингалет. Вот мы развернулись. По-моему, нам фонарь не надо. Сейчас мы выключим его. Вот здесь сразу был выключатель. Ну, 220. Включили свет. Здесь щиток был. Вот он. И мы заходим. Была дверь, вот эта дверь с глазком. У нас снято дверное полотно. Кафельный. О, плитка. Кафель открытый. Ой, пол открытый кафелем. Вот здесь мы с вами начали видеть. Прямо. Налево первая дверь. Вот она. Первая дверь налево. Стекло было. По всей видимости. Мы сюда зашли. Какое светлое помещение. Окошечко вот мы его не видели там из-за двери. Окно. Там нечто, там дрожжуры. Вот оно. Вот такой вот потолок. Вот видно, брелка или что уж там такое. Да, у нас получается два видеоролика по этому объекту. Это второй видеоролик. Сегодня 20 мая 2021 года, Нойс-лагерь. Караульное помещение или здание караульной службы. Вот тут что-то было интересное. Не могу предположить. Кстати, тут вот нечто панелей сделано. Быть может, пирамида здесь была. Король, конечно, это коронное помещение. Вот большой зал. Помещение большое. Не хочется и провалиться никуда. Нечто. Картотека какая-то. Сейчас посмотрим поближе. Тут шкаф, не шкаф. Где-то тут видно фамилии будет. Сейчас посмотрим. Сам-то не вижу. Вот
это все гнезда здесь, вот гнездо, например, что по центру гнезда. Птички здесь облюбовали. Какая-то птичка. Но это не относится к орудному помещению. Как бы нам сюда, да, вот зашли сюда, развернулись. Вот здесь мы походили. Это большое помещение. Вот здесь мы заглядывали. Тоже двери, стекло было. Вот это помещение одно. Как бы угловое оно. Оно же и крайне лишь последнее. По коридору слева. Что бы это значило? Смотрели эту сторону. Я тут переступал, перепрыгивал. Тут были шторы. На окнах видно, что приспособление от гардины, нижняя гардина. Выходим через эту дверь. А зашли мы вот здесь. Вот эта входная дверь. Вот здесь мы зашли налево. Потом мы посмотрели. Вот здесь мы зашли совсем окно. Вот эту левую сторону посмотрели. Направо. Все двери имеют остекление. Вот. Остекление. Как бы коридор. Нет, предбанник скорее. Ну, какая неожиданность это. В эту дверь зашли. И вышли. Плитка по коридору на полу керамическая. Дверь направо. Еще одно небольшое помещение. Видно, что сняты элементы отопления. Еще одна дверь направо. Ну, эту дверь мы угадаем в трех раз. Это туалетная комната. Все были здесь. Вот остались навесы. Вот что они. Навесы. Ну, следующее, наверное, умывальник. Или наоборот. Нет, вода. Умывальник, наверное, был там, где мы заходили. Вот помещение еще одно. С решеткой. Мы видели эту решетку снаружи. Я говорю, первые видеоролики, решетка хорошо сделана, вот она. Панели, вот они.
обои под дерево. Тут стена, забор. Стена забора. Развернулись. И прямо выход по коридору. Это все мы посмотрели. Помещение караульной службы. Ну и лагерь. Войсковая часть 60-606. Если я ошибаюсь, нумерация. Ну, поправьте. Я думаю, и другие тут были подразделения, использовали это здание. И тут мы ходили. Посмотрели. Будем выходить. Завершать будем видео. Получилось два. Это второй видеоролик. Это не похоже на умывальник. Вот нету раковин, что место для раковин. Не видно, что в септик куда-то было. Хотя вот что-то будет похоже. Не могло быть совсем другого места. Тут что-то такое было. Ну, как правило, нет, не буду сочинять, что это. Она где? Место поставим. И будем выходить. Кнопки не нажимаем. Мы вышли. Фонарь берем и уходим. Мы посмотрели с вами здание караульной службы или же караулку войсковой части 60-606. Но и лагерь. 20 мая 2021 года. Забор отделяющий, говорил в первом видео. Направо на Ютербок. Минуя госпиталь с правой стороны. Налево автослагерь. Опять вообще мы объекты смотрели в первом видео. Включая вот эту курилку. Как быстро все зарастает. Вот, курилка — это приспособление для проверки оружия на предмет. Заряженное или заряженное. Дерево тут было. И вот это крыльцо, которое мы не могли зайти с этой стороны, зашли совсем в другое место. Крапива начинает зацвести. Вот такая она сердитая. Это черемуха начинает цвести. Всем всего доброго. До новых встреч. До свидания.